самом деле. Что тебе не вообще сейчас так и подтвердили? Да. Ну, например, отходный его сказал. Извините, пожалуйста, что я прерываю вашу милую беседу. Я мог бы вам задать вопрос, как посетителям этого ресторана? Да, конечно. Окей. А как вы попали сюда? Вы не скажете? Мы проходили мимо, и здесь очень разные многие рестораны. Так. И мы выбрали ресторан «Волну». Ага, окей. Ну вот, скажите, пожалуйста, а что вы заказали? Вот сейчас, что мы вы кушали? Кушаете? Уже салат. Так. Сейчас мы кушаем буженина. Так. И лакс. Ага. Окей. Ну как вам нравится? Вкусно? То, что да, очень вкусно. Вкусно. Угу. Скажите, пожалуйста, а как быстро вас обслужили? Вам долго? Много времени заняло? 5-7 минут. Быстро обслужили. Быстро, да? Ага. Скажите, а то, что вы кушаете, это очень дорого? Нет. То есть это нормальная цена. Нормальная цена. Да, по карману. А, по карману. Да. Окей. А, ну что ж, я прошу прощения, что я отнял у вас время. Окей. И я желаю вам приятного аппетита. Вам тоже. Спасибо. И всего хорошего. До свидания.